На чай с российским президентом в загородный дом Михалковых на Николиной горе под Москвой приглашены все VIP-персоны Московского кинофорума. Владимир Путин приехал около 11 вечера. Он знакомится со звездами мирового кино, приветствует всех. А вот беседа пройдет за этим чайным столиком, за самоваром. Рядом с президентом Владимиром Путиным сели Джек Николсон и Пета Уилсон. Николсон поделился с российским президентом впечатлениями о Москве. А главная героиня популярного телесериала «Никита» в шутку попросила Владимира Путина взять ее к себе в охрану. Российский президент также с юмором предложил актрисе начать с младшего оперуполномоченного. Постепенно беседа снова возвращается к кинематографическим темам. Президент интересуется мнением своих собеседников о том, как на этот раз проходит Московский фестиваль, уже 23-й по счету. Никита Михалков говорит, что благодаря поддержке правительства в этом году уровень фестиваля заметно вырос.